Вітаю в ефірі програма «Реформа». Ми сьогодні будемо говорити про проблеми ОСББ і запросили сьогодні в гості саме тих людей, які мають безпосереднє відношення до або члени правління, або голови ОСББ. Так, ми будемо говорити сьогодні, як це вже стало традицією, зі студії «Репост Онлайн», яка розташована в торгівельному центрі «Плаза». Будьте, будь ласка, з нами. 3 години майже ми будемо сьогодні обговорювати важливе питання і виключно про проблеми, бо вже говорити про те, як створити ОСББ, як фінансувати його, ми знаємо, а от які проблеми виникають сьогодні, поговоримо про це. Я представляю вам нашого гостя. Сьогодні це В'ячеслав Слюсар, член правління по вулиці Приморська, 11. Вітаю, В'ячеслав. Отже, ми перед ефіром трохи проговорювали взагалі ситуацію по ОСББ і наскільки ця форма правління є перспективною. І зупинилися якраз на тому, що на сьогоднішній день є актуальним. Це отримання рахунків за опалення. Кожне ОСББ сьогодні все одно так чи інакше прив'язано до централізованого опалення, але у кожному будинку все одно є свої рахунки. Яка ситуація у вашому будинку? Ну, я сразу скажу, що ми одне з перших ОСМД, які почали роботу, да, вот з декабря місяця. И сразу скажу, что эйфория, да, создание ОСМД мы видели как перспективу. И сразу по истечению первого месяца, потом второго месяца эйфория немножко прошла. Почему? Потому что действительно стали сталкиваться с большим количеством проблем. Очень много звонков было, очень много, ну не то что жалоб, но люди как бы не знали, куда им или еще в ЖЭК звонить по каким-то вопросам, или еще, или уже сюда, то есть вот такое вот неразбериха. И я думаю, что сейчас вот первые месяцы вот работы, там 1, 2, 3 месяца, у кого как получится, это будут такие вот ну, проблемы, да, которые в принципе немножко нужно перетерпеть, дать шанс правлению, дать шанс председателем правления вот разогнаться, вот эту вот запустить вот эту работу. Что касается отопления, дом Приморская 11, один из последних был подключен к индивидуальным тепловым пунктам. И естественно, мы уже ведем свою деятельность, и нам сказали, вот ваш тепловой пункт, вот мы вам его включили. Как он работает, что с ним делать, практически никто не знал. Отдельно хочется сказать спасибо. Нас в этой ситуации не бросила компания, которая занималась установкой Standard Engineering. Они всяческую нам поддержку оказывали в настройке этой системы. Как оказалось, в нашем доме в системе отопления было очень много проблем, независимо от теплового пункта, о которых мы просто не знали. И когда столкнулись, получилось так, что эти проблемы нужно было решать сразу, и никто не знал их, как решать. То есть мы вот по ходу сталкивались с этими проблемами и искали решение. Ну, скажем так, за 2 месяца мы уже точно научились экономить на отоплении. Практически все проблемы в системе отопления решены. Ну, еще есть часть работ, которые необходимо завершить, и уже есть перспективный план по модернизации системы отопления, замена там стояков, кранов, ну, это такое мелочь. Приморська 11, це так само один із тих будинків, які не можна назвати новим, і ти сказав про те, що були певні проблеми. Були у вас проблеми з вашими комунікаціями? Наскільки ваші труби сьогодні нові чи потребують заміни? Я думаю, что трубы не потребуют замены только в новых домах, которые у нас, это второй микрорайон, да? Во всех остальных домах те или иные трубы уже необходимо менять. И еще даже не все главы ОСМД и члены правления еще даже не подозревают, какая трагедия у них впереди, именно что касается системы отопления. По Приморской 11. Наш дом, он один из последних домов, если смотреть от котельной. Котельная у нас в начале города, у нас сам дом в конце. И у нас одна из первых проблем, а что самое интересное,
1 декабря мы начали работу, 2 декабря потекли батареи. То есть это вот как так назло случилось. 3-го пошла следующая авария, то есть вот такие вот маленькие аварии. В начале января, когда были морозы минус 10, минус 15, пик вот этих морозов, система отопления Приморской 11 просто забилась, ну вот как из системы нам был забит фильтр, и у нас полностью упало давление. Ну, слава богу, этот вопрос решили. Конечно, мы подключили всех, кого только можно, и сантехников, и организации, которая нас обслуживает, и из котельной был главный инженер. То есть этот вопрос решили. А в этот момент у жителей упала температура в квартирах до 15, до 16 градусов. И ну, люди начали паниковать. Ну, тем не менее, вот постарались, все это сделали, как бы. Одна з важливих така проблем, яка зараз виникає, це проблема комунікації. Тобто жителі все одно вимагають, ну, тобто не питають про проблеми, а якщо проблема виникла, то телефонують вже з претензіями. Як вдалося цю проблему владнати і чи вдалося взагалі? Ну, я точно можу сказати, що дати такий совет всім жителям всіх ОСББ, да, організувати, вірніше, навіть це в інтересах членів правління і глави ОСББ, запустить серию экскурсий для жильцов своих дома по своему дому, показать, в каком состоянии коммуникации, в каком состоянии крыша, в каком состоянии подвал, техэтаж, какие, ну, то есть люди должны полностью знать, скажем так, масштаб трагедии, с которым они столкнулись. Это будет один, ну, как бы начальный этап, то есть как бы когда будут видны все проблемы, и тогда уже будут видны приоритетные направления, какую в первую очередь надо решать проблему. Или это менять какие-то стояки, или это надо подлатать крышу. То есть как бы коммуникации старые у всех. Вот, ну, по крайней мере, вот Приморская 11, 96 год был сдан дом, но уже надо менять. Вот, систему отопления нужно модернизировать. Плюс, скажем так, еще не совсем изначально была спроектирована правильно система отопления в нашем доме. То, что там и есть врезки неправильные, труб. Ну вот я жил очень долго в этом доме, сейчас живу, и не подозревал, что вообще, ну это, скажем так, можно даже сказать, некая бесхозяйственность такая вот была до этого. Давай щодо рахунків, скільки коштує опалення у вашому будинку за гігакалорію? За гигакалорию, ну, это, скажем так, цена формируется котельной, исходя из затрат котельной. Каждый месяц новая цена. И эта цена потом умножается на количество гигакалорий, которое потребляет дом. В наших интересах, да, в интересах всех жильцов, это количество потребления этих гигакалорий уменьшить. То есть это что можно сделать? Это, естественно, провести мероприятия по энергоэффективности, там утепление стен, замена внутриподъездных окон, ну там есть много, много вариантов. И второе, это правильно настроить индивидуальный тепловой пункт. До мероприятий по энергоэффективности мы еще не дошли, но то, что нам удалось настроить тепловой пункт, опять же при поддержке специалистов из компании Standard Engineering, им большая благодарность, они были такие дни, что они по 3 раза в день приходили к нам и настраивали эту систему. Нам удалось немножко, скажем так, поэкономить. И уже определенные вводы, да, у нас дом разделен на 2 ввода, они уже чувствуют разницу в оплате за отопление. То есть у нас конкретно по февралю месяцу разница по 1 вводу, разниця в практично 12 гривень за квадратний метр в отопленні. Це в одному будинку? Это, якщо взяти 1 ввод, 3 під'їзди, да? У них в феврале був тариф 32 гривні, в январі, а в феврале 19. А то як есть... вам вдалося досягти таких масштабів? Ну, скажімо так, у нас все привыкли, что у нас, как у нас работали батареи? У нас сильно грели батареи, мы всегда открывали окна, всегда нам было жарко. Сейчас мы немножко, скажем так, я это называю режим жалобы. Мы снизили подачу температуры до вот этого критичной вот этой отметки температуры комфорта. Да? И сейчас мы стараемся, чтобы
у всех жильцов была температура 20-21 градус. Конечно, это еще не везде получается. Почему? Потому что у людей разные батареи, разная система, ну, так построена система отопления, что не везде получается сделать одну температуру. Но сейчас устанавливаются стабилизирующие клапана, которые должны выровнять температуру везде. Но вот так вот мы просто снизили температуру потребления. Плюс провели некоторую разъяснительную работу. Да? Закрытая дверь в подъезде очень сильно снижает потребление тепла. Закрытые окна очень сильно снижают потребление тепла. То есть вот через внутриподъездные окна и дверь может уходить до 23-25% тепла. Да? Если это держать закрытым и в порядке, да, то мы уже экономим на тепло. Плануєте ви утеплення, наприклад, будинку, а також заміну вікон? Да, ми плануємо. Но... Заміну вікон у під'їздах? Да. Ми плануємо, ми сразу, как бы, і опрос среди жителей делали на общем собрании, что мы готовы в первую очередь сделать, либо это утеплить дом, либо поменять окна в подъезде. Ну, как бы люди, в принципе, соглашаются, то есть они понимают, что надо это минимизировать, скажем так, наши потери. Но когда мы провели мониторинг компании, подрядчика, которые проводят эти работы, когда мы увидели, скажем так, масштабы вот эти сметы, сколько это стоит, мы поняли, что ну, все и сразу сделать не получится. Утепление дома – это очень дорогостоящий проект, тем более в городе Южном утеплены только 16-этажки, да, полностью. Почему? Потому что ну, у них объем небольшой. А вот такие вот дома, как Приморская 11, он по протяженности, да, по протяженности фасада большой. И вот эта вот площадь, она очень, ну, это очень дорого сделать. Это больше миллиона гривен утеплить дом стоит. Пока не, даже с учетом городской программы и с учетом кредитования по энергоэффективности, да, все равно у нас получаются очень большие суммы, которые необходимо собрать жителей. Мы пока прекрасно понимаем, что мы такие суммы с них не соберем. Но сейчас мы первым делом, скажем так, все усилия направляем на замену окон в подъезде. И мы провели небольшой, скажем так, аудит, да, померили температуры. В принципе, если смотреть по приоритетности, что необходимо сделать утепление и, или замену окон, то учитывая наше географическое положение, что наш дом практически все время находится на солнечной стороне, он прогревается, да, то нам есть смысл, не есть смысл, но эффективнее заменить окна, которые находятся на северной стороне. У нас температура в подъезде ниже, чем торцевые стены фасадные на улице. То есть, вот, ну, такая специфика у нас дома. Поэтому сейчас, конечно, он менее дорогостоящий этот проект, но мы хотим реализовать его сейчас. А не газоберігаючі технології, чи вдається вам застосувати, чи плануєте ви застосовувати? Мы плануем, и я считаю, что в принципе это упущение наше, упущенное время, я считаю, что это нашего как правления, так и председателя правления, да, что до сих пор мы не поменяли свет на ледовский свет. Мы просто потеряли время, то есть мы были чем-то другим заняты, уже бы мы... У нас был запас и в тарифе на электроэнергию, да, потому что мы сразу включали в тариф на вот эти два месяца, да, три месяца. Мы сразу включали запас на подорожание электроэнергии. Сейчас с 1 марта электроэнергия подорожала. Мы планировали к этому времени поменять. Ну, сейчас так получилось, что этот процесс отложился, да. Не переживаєте, що коли будуть все ж таки придбані ці лампи, вони просто можуть зникнути з ваших під'їздів? Конечно, переживаем, но мы всегда так настроены, что ну, вот мы хотим жить в хороших условиях, да? Мы хотим, чтобы у нас был порядок, мы хотим, чтобы у нас был чистый подъезд, хорошая дверь. Все этого хотят, да. Но ломают в каждом подъезде, да. Выкручивают эти да. лампочки. И у нас один член правления всегда нам напоминает, и я с ним согласен, мы не должны жить по правилам вандалов. То есть, если... как это довести жителям будинка? Ну, смотрите, вот была такая история, я читал ее в интернете, да, в самой обыкновенной хрущевке входную дверь заменили на металлопластиковую. И один сосед всем ходил, говорил, что да, ее все равно сломают, ее поломают, зачем это, просто трата денег.
И он начал каждый день выглядывать в окно, стоит ли дверь или не стоит. Стоит дверь. Утром посмотрел, вечером посмотрел. То есть он начал за ней смотреть. И у него через определенное время он начал к этой двери относиться как к своей. И когда у нас начнут относиться к этой двери как к своей, к этим лампочкам как к своим. То есть у нас как раньше было? Ну, хорошо или плохо делала свою работу ЖЭК, да? Мы всегда, что мы закрыли дверь в квартире, и здесь мы себе наводили порядок. То теперь мы эту дверь открыли, начинаем наводить порядок на лестничной клетке. Навели порядок на лестничной клетке, начинаем наводить порядок в подъезде. Навели порядок в подъезде, начинаем наводить порядок в общем в доме и вокруг дома. Щоб навести Если порядок, нас... мені здається, що треба якісь санкції впроваджувати. Вони ж мають бути прописаними в статуті, наприклад, якісь штрафні моменти для тих, хто щось псує. Мені здається, що це було б нормально. Є такі у вас? Статуті? Ну, скажімо так, санкції ніколи нікого не останавливають. Чому? Ну, я вважаю, що ні. Тобто, якби, я... Тут работает инструмент внушения, разговора, что до людей, моралист. До людей нужно донести, что это наше. Но я вам скажу, что по опыту общения в нашем доме, да, то есть у нас, скажем так, людей с нашей общей идеей прибавляется, прибавляется и прибавляется. Як ви вирішили проблему з підвалами? Саме на Приморській 11 у вас дуже багато розташовано комунальних закладів, підприємців, а також і також не розташовані громадські організації. Дуже під квартиру, у них немає ПРУ. Да. У нас нет ПРУ, нам так ми один із домів, котрим пощастливилось не бути ПРУ. Тобто наші підвали це дійсно наша собственность. Часть підвалів, звісно, ну от арендаторы, которые были, мы постарались их сохранить на этих же условиях. Есть коммунальное предприятие. Экосервис, да. Его вы тоже сберегли? Нет, мы его... На тех самых условиях? Нет, не на тех самых условиях. У нас был сложный переговор с экосервисом. Честно скажу, экосервис не сильно шел на контакт и не хотел, скажем так, Но это нормально, договариваться. Да. То есть они продолжили чувствовать себя там хозяевами. То есть они думали, что так дальше и будет. Как бы, но им объяснили, что в принципе нет. Ну, по последней информации, экосервис оплачивает аренду, они заключили с нами договор на 3 месяца. Дальше, они, если я не ошибаюсь, с 1 апреля они съезжают в какой-то другой дом. Є інформація про те, що ви... Ну, скажу, извините, я перебью сейчас, но скажу, екосервіс по очень льготной цене сейчас, вот эти 3 месяца находится по той квадратуре, что они занимают, очень, скажем так, льготные условия. У вас же є якісь претенденти і на їх квадратуру? А, еще скажу, почему нам ну, не совсем как бы, интересно работать с бюджетными, да, с коммунальными организациями, потому что это бюджет. То есть оплата идет с отсрочкой на несколько месяцев, да. То есть мы все время, мы так приняли решение, что все деньги, которые мы зарабатываем от аренды, мы их направляем в какие-то мероприятия там, по модернизации, энергоэффективности, еще чего-то. Да? Так вот, отсрочка, допустим, экосервиса, да, оплаты 1 месяца экосервиса, это замена ледовских лампочек в 2 подъездах. Да? То есть мы могли это сделать на месяц раньше, а сделаем на месяц позже. То есть вот так. Ну, это такое, это, конечно, не вина екосервіса, это... просто я... скажу, що ми не заінтересовані з бюджетною організацією. Я просто хочу зараз нагадати нашим глядачам, що ми виходимо в прямому ефірі, і ті, хто нас дивляться на ютубовському аккаунті Репоста, дуже прошу вибачення за те, що у нас не було звуку протягом, мені здається, ну, майже 10 хвилин від початку ефіру. Ну, були такі певні технічні у нас непорозуміння. Зараз, мені здається, що все вже нормально. Я ще хотіла спитати про те, що ти говорив, про те, що ну, ви постійно регулюєте систему опалення. Мені так, ну, так я зрозуміла. Да? Тобто це такий постійний довготривалий процес. Протягом всього терміну опалювального сезону ви займаєтесь тим, що ви регулюєте роботу цих клапанів. І тому ви якось налагоджуєте цю систему. Це да. Правильно, так? Тобто да, так, і так постійно треба робити, вони ж мають автоматично працювати нет, чи ні? Значить, система працює настроєна в автоматиці. Просто у нас така система дома, система отоплення, да, що у нас один під'їзд чуть-чуть в стороні. И вот при завершении монтажа этой системы еще должны были быть вот эти клапана стабилизирующие. Почему? Потому что труба горячая входит в дом, и над этой трубой находится один подъезд. Да? Подъезды, которые в стороне, они, естественно, чуть меньше к ним идет туда тепла. Да? Пока вот эти вот системы стабилизации не установлены, приходится вручную
регулировать вот эту вот температуру во всех. То есть мы делаем теплее в самый дальний подъезд, начинают жаловаться люди, нам жарко, мы начинаем открывать окна. Мы ищем вот эту вот температуру между жалобами жарко и холодно. Так что и наступного року теж мають? Нет, нам сейчас вот-вот уже завершат полностью монтаж этой системы, и у нас индивидуальный тепловой пункт заработает на полную, скажем так, его мощность. Мы начнем максимальный эффект получать от его установки. Мы уже его чувствуем. И следующий отопительный сезон, это будет у нас вообще, ну как? Бимба, будем бимба. Ну, скажем так, мы надеемся, что, ну как там заявляют, ну процентов 20-30, особенно в теплое время года экономить. Да. Добре, давай зараз про заявку, яку мені здається, що ви все ж таки мали вже якось продумати, що ви напишете на отримання грошей з бюджету по програмі підтримки. Ні, давай закінчимо про підвали. Мене цікавить, у вас, чи є у вас претенденти на ці підвали, і у нас є інформація, або підтвердь її, або спростуй, про те, що ви влітку хочете там зробити хостели. У нас очень большие площади готовы под сдачу, да, можно смотреть, то есть, скажем так, на правах рекламы обращайтесь к коммутаты, то есть в управление Приморская 11, то есть как бы мы ищем арендаторов, тем более, что мы находимся в первой линии от моря, у нас хорошие высокие подвалы, то есть у нас все хорошо. Но такие хостелы, так? К теме хостела, конечно, мы хотели бы зарабатывать деньги, да, чтобы утеплить полностью дом. Есть заявка, действительно, пришел арендатор, говорит, я хочу снять у вас 400 квадратных метров, да, под хостел. У нас главная проблема, что у нас не все понимают, что такое хостел. Да? И, в принципе, у нас решение по этому вопросу должно было принимать правление. Мы так подумали, что это достаточно резонансный такой вопрос, и решили вынести это обращение этого арендатора. Да? Вот он хочет там, его условия озвучить, донести до всех жильцов и, скажем так, принять решение общим собранием. Но лично мое мнение, что эта идея может жить, скажем так, да, и приносить достаточно большой... Просто если это не будет делать в СМД Приморская 11, это будет делать другой дом. А ліцензії там і все решта ліцензії, у підприємця, все є, все в порядку з документами. Як ви можете запустити? Ну, я завтра прийду і скажу, от хочемо ми відкрити у вас який-небудь готель. Бар, вы же прекрасно понимаете, что все условия, да, они регулируются прежде всего договором по аренде. Очень есть много нюансов по договору аренды. Либо это просто договор аренды, либо это договор долевого участия, что жители дома участвуют своим помещением, да, арендатор участвует своей долей, своими деньгами. Да. То есть там есть много нюансов. Это все, конечно, должны прорабатывать юристы, там мы все прорабатывали. Вся, скажем так, отрицательно-негативная сторона хостела, да, который люди себе прежде всего додумывают. Да, вот тут будет шум, вот тут будет бардак. Но это регулируется законодательством, это должна за этим смотреть милиция. Если у нас есть жалобы на хостел, мы в любой момент собрали общее собрание и расторгли договор с этой организацией. Это в нашем праве, это прописано в статуте. То есть, давай по поводу все ж таки заявки, яку ви, мені здається, що мали б написати на отримання бюджетних коштів на по программе поддержки ОСББ. Что с ней? Какую вы планируете сумму? Мы, конечно, сумму планируем очень большую. Нам бы очень хотелось. Да? Но 800 тысяч вы можете на них претендовать? Нет. Дело в том, что когда говорят 800 тысяч, нужно садиться и читать программу. 800 тысяч мало кто получит в городе. Об этом надо говорить. То есть там есть направление этой программы, о них много говорили. Да? То есть по нашим работам мы посмотрели, что в принципе нам можно и не заморачиваться с бюджетом, с городом, не участвовать в этой программе. Почему? Потому что на те мероприятия, да, по энергоэффективности, которые нам необходимо провести, мы очень смешную сумму можем получить по этой программе. У
Ми продовжуємо нашу розмову зараз у програмі «Реформа», говоримо про ОСББ і повертаємося до нашої студії, до нашої розмови з В'ячеславом Слюсарем і говоримо про те, наскільки легко і чому Приморська 11 вирішила, що абсолютно нелегко отримати гроші з міського бюджету по програмі підтримки. Да, так как я очень уже перебрал время, очень тезисно, быстро вернусь к хостелу. Что касается хостела, в СМД Приморская 11 приходили два арендатора с просьбой об аренде. Один еще есть потенциальный арендатор. И одно конкретное предложение, которое уже поступило, мы вынесли на обсуждение общего собрания жильцов. Без жильцов решение никто принимать не будет. Это так просто, чтобы люди не переживали. Что касается программы. Мы изучили, просмотрели эту программу, да, и сейчас попытаемся встретиться с мэром города, с депутатской комиссией, которая отвечает за эту программу, и хотим им презентовать нашу заявку, да, объяснить ее, обгрунтовать. Почему? Потому что нам на нее, мы бы хотели получить больше денег из городского бюджета, а по программе... которая, по моему мнению, программа немножко не в интересах, скажем так, жителей нашего дома, да. Мы бы хотели, чтобы с нами был диалог, возможно, какие-то изменения в программу бы вносили, не знаю. То есть, как бы сейчас мы хотим... На что потребно больше грошей? Потому что, давай тезисно, собираетесь встречаться для того, чтобы выйти свои пропозиции? Да, смотрите, мы максимум денег по этой программе получат ОСМД, которые решили поменять лифты. Но мы пошли по другому пути, мы решили проводить такие мероприятия, которые нам в будущем позволят экономить и будут минимизировать наши будущие затраты. Да? У нас, конечно, тоже будут проблемы с лифтом, но мы будем их решать, скажем так, по мере их поступления. Но наша позиция такая, мы хотим провести мероприятия по энергоэффективности, чтобы в будущем платить, допустим, за отопление меньше, потому что цена на газ будет только расти. То есть цены на коммунальные услуги будут только расти, а мы хотим минимизировать их за счет мероприятий по энергоэффективности. Вы считаете, что ваша пропозиция коштует больше, чем 800 тысяч? Нет, она стоит меньше. Вернее, даже то, что нам, она стоит меньше, намного меньше. Но по условиям программы, которая прописана, принята депутатами, именно эта программа, потому что город оплачивает стоимость работ. А стоимость работ в нашей программе она занимает очень маленький процент. То есть как бы мы из городского бюджета можем получить очень смешную сумму, ради которой даже не... больше материалы выходят, так? Да, конечно, да. Поэтому я считаю, что необходимо, если уже делать программы, да, по энергоэффективности, то надо исходить из тех, скажем так, условий, которые в нашем городе, да, не из той программы, которую они где-то в другом городе посмотрели и, скажем так, внедрили ее в городе. То есть у нас все дома разные, и невозможно сделать, скажем так, один рецепт для всех домов. Нужно конкретно по каждому дому, по каждой заявке конкретно определенные условия обсуждать. Это вот наша такая позиция. И мы хотим донести эту позицию до городской власти. Пойдут навстречу, пойдут, не пойдут, мы будем искать какие-то другие пути, скажем так, решения наших проблем. Через гранты не пробовали? Не цікавились цією темою? Интересовались. Будем искать тоже гранты, но мы решили, что эти мероприятия будем так делать, гранты мы направим на другое, потому что проблем действительно очень много. Это там и крыша, и модернизация системы отопления. Будем искать, конечно, гранты, но я же говорю, сейчас должна раскачаться работа в СМД, потому что много текущих вопросов, на которые мы просто отвлекаемся. До грантов просто еще не доходят силы. Да. И хочу еще вот в конце просто обратиться не только к жителям своего дома, а ко всем жителям СМД, да, в которых организовались. Интересуйтесь, вникайте, помогайте правлению. Требуйте от правления, требуйте от председателя. То есть только вот активность жителей, она поможет навести порядок в домах, заменить какие-то коммуникации, привести в нормальное состояние. Только активность не 10-20 людей, не 50, а хотя бы, чтобы половина дома активно участвовала в решении проблем.